Вот пришла очередная посылка из Китая. Я ее уже распаковал. Здесь, наверное, всем известные волшебные китайские бобы, которые якобы, когда вырастают, на них написаны непосредственно вот эти все слова. I love you. Разные. Happy birthday. В общем, посылка шла довольно долго, но все равно я всем доволен. 100 штук таких бобов пришло, уже парочку я отдал, и мы с вами проверим, на самом деле ли растут с рисунками, со словами эти бобы, и в следующих видео я покажу их, как сажать, мы их вырастим, посмотрим, и что у нас получится. В принципе, они все на один вид, не повреждены, ничего. У меня такое ощущение, что эти рисунки выжжены чем-то на непосредственно этом фасоли, не знаю, как правильно сказать. Слова разнообразные, много, но в случайном порядке, то есть никакой закономерности продавец не подбирал. В принципе, я всем доволен. Могу рекомендовать вам этого продавца. В следующих видео смотрите, как эти волшебные бобы будут произрастать. Посадим, пожалуй, парочку и посмотрим. В принципе, на этом все. Подписывайтесь и ждите следующих видео. Будет интересней.